буду, я стесняюсь. Я уже включил. Стесняться некуда. Если меня Андрей спросил. Я так не смогу супровизировать. Ну ладно, повторим вопрос. В общем, вопрос действительно такой сложный. В этих нюансах можно ли... То есть вы были, работали с мануальщиком, который быстро-быстро разминал тогда своими большими руками и сразу сел, вправлял буквально там через 10-15 минут, да? Когда идет поток людей, да, понятно, это все поставлено на бизнес, в принципе, так иногда можно делать. Я делаю вообще вот этот хруст, траст называется, да, некоторым людям вообще даже без массажа. Иногда понажимаю точки, там 2-3 минуты, и уже делаю. Но надо понимать, что люди-то разные, консистенция разная. Это кому я делаю? Это я делаю спортсменам, девочкам, которые только подходят ко мне, я уже вижу у нее подвижность, понимаете? Она, у нее все шарниры, косточки как шарниры работают. Вот вам бы я такого никогда не сделал. Есть другие совершенно люди, которые плотные, им нужно 30-40 минут массажа, причем глубокого, потом вот мы будем проходить, да, вот именно вот в этих местах, где мы будем потом нажимать. Еще бы желательно в парилочку их отправить, чтобы они пропарились и еще расслабились. И каким-нибудь чаем с травами напоить, чтобы изнутри он тоже разомлел, понимаете? И только после этого можно хруст. И то, некоторые клиенты приходится до хруста подготавливать 5 массажными сеансами. То есть он раскачивается, только на 5-й сеанс он начинает уже хрустеть, понимаете? То есть вот так вот с первого раза некоторым людям просто запрещено. Особенно если это пенсионеры. У него могут быть остеофиты, остеохондроз у нас у всех. После 50 лет уже, там 55-60 лет уже начинают появляться остеофиты. Остеофиты это такие наросты маленькие, зубцеобразные, в основном на позвоночнике, ну или там на других костях. Как грибки получаются, да, такие? Как, ну, если грибки, просто... Нет, они нет я имею в виду, если посмотреть, как бы... сравнить с чем-то, чтобы было понятно, да, такие наростики. Наростики, да. Блин, ну мы забегаем вперед, сейчас покажу. Сейчас мы тут всю день пройдем за 9 часов. Ну, вот во время работы, которые появляются именно вопросы, как правило. Вот позвоночник идет, да? Наши большие ошибки. Вот у него диск. Остеохондроз. Ну, то есть сегмент нарисуем. Да что вы опять вперед забегаете? Приходится заранее отвечать. Когда появляется остеохондроз, у него вот тут вот, уже красным, ну ладно, синим, вот тут вот, на просвет, на рентген, видно уплотнение. Это артрозы уже начались. Остеохондроз осложняется дальше. То есть это процесс, ведущий к старости наших костей, позвоночника в том числе. То есть это не болезнь, как считалось в Советском Союзе. И лечили от остеохондроза. Сейчас от остеохондроза не лечат, это не болезнь. А поддерживают то состояние, чтобы он не развивался дальше. А дальше что образуется? Дальше питание диска ухудшается, он разрушается и истончается. Получаются вот такие вот бугристости, которые его сжимают. Могут появиться какие-то там трещинки. Да, и в диске тоже. Межпозвоночник. Вот, это уже, не знаю, там, 4-5 стадия остеохондроза. А дальше появляются остеофиты. Это из кальция, из солей, вот всякие такие вот наростики маленькие. Которые... Ну, как грибы на дереве. Ну, как грибы на дереве, да, можно сравнить. Ну, так, сравнение. Да, ну, такие вот шишечки маленькие, как иголочки такие, да. Которые еще дополнительно, еще больше царапают вот этот диск, а это фиброзное кольцо, оно достаточно такое, ну как хрящик, понимаете, он все-таки мягкий такой. Не прощупывается? Как эспандер. Не, позвоночник вы не прощупываете. Ну, позвоночник. Ой, по поводу прощупывания следующий вопрос. Вот смотрите, вот это я нарисовал остистые отростки. Это то, что мы на спине видим, да? Но это не позвоночник сам. Тут идет слой сала, мышц, еще вот такой, да? Иногда до самого позвоночника сантиметров 5, а то и 7. Вы туда никаким пальцем не залезете, никаким там щупом не залезете, понимаете? Это только на рентгене, либо МРТ мы можем увидеть. Даже более скажу вам такой секретик. Вот у молодого позвоночника
питание диска, межпозвоночного фиброзного кольца, оно проходит, сейчас подождите, ну сначала опасность в чем? Опасность в том, что вот эти остеофиты на ростике, да, они могут отломиться. Во-первых, когда мы их это, правим, крутим, они царапают окружающие ткани могут воспалиться, будет боль, да. А если